Наша кругосветная авантюра продолжается. Следующая остановка – один из самых богатых и красивых городов Латинской Америки – Монтевидео. Здесь мы попадем на сеанс гадалки игуане. Все, посмотрите, она реально выбрала, она положила свою лапку. Увидим, как в живых людей вселяются духи умерших. Я ничего не понимаю, но мне стало страшно. И узнаем, как выглядит публичный дом у морских котиков. Я никогда в жизни не видела, чтобы их было так много.